Так, у меня все готово. Один рейди, второй рейди. Все, запускаю. Запускаю? Слушай, да, да, запускай. Дим. Воу. Так ты поставишь 16 на 9, и тогда у тебя не будет этих. Потом переставишь, когда будешь. А, в контре имеешь в виду? Да, да, да. Сейчас, подожди, попробую. Пацаны, заруба началась. А чё, смотрел кто-нибудь вообще, как мы играли? Или я просто да, так же? Да, я смотрел. Вот то же самое, как наша игра начиналась. Так, 16 на 9, да? А разрешение какое там поставить? Какое-то максимальное. У меня 1600 на 900. Так ставь. Давай, сейчас попробуем. Во, у меня сверху и снизу полоски появились. Ну смотри сейчас, как на ютубе будет, скажешь. А, только это... Все нормально, только ты должен переместить ее, а то видно сетку. А, о, точно, сейчас перемещу. Блять, а чё она только по этому двигается? Как ее исправить-то, алло? Полноэкранный. Ой, нет, не так. Один. Так, надо пока что песенки слушать. А пилоняр ничего. Да, блять, последний раунд. Там, так, короче. Там, короче, я что-то вроде настроил, но там сверху и снизу полоски, да, будет? Нет, нету. Нет, ну ты подожди, там задержка только настроил. Вот счет 4-1 будет, скажешь как. Нормально. Все норм, да? Да. Ну ок. Даже качество нам можно будет получше сделать чуть-чуть. Так, детализация модели, текстур, но на высокую похуй. Сейчас погоди. Вроде норм. Я знаю, кто ему звонит. Если я отпрошусь, но я ничего не обещаю тебе, потому что меня бабушка сейчас починит жестко. Время, ну, лет часов до 12 максимум, скажем. Раньше даже. Нет, до дома до 12 не говорю. Ну, короче, это... Посмотрим, что кого я... Бабушка придет. Если я отпущу, то я поеду. О, так это Никитка играет, да? Окей, да. Хорошо. Ну, созвонимся, если что, давай. Окей, можешь. Хорошо. А что ты говорил, что черных полос нет? Есть? Сверху и снизу, да? Сверху, снизу и по бокам. И по бокам тоже есть? Да. Так, а что мне сказали? Нету. Это Кирюша. Какое мне разрешение-то поставить? Ну-ка, сейчас, короче, посмотрю, что оно в Ютубе стоит. Не буду ебать мозги. Так, а где Ютуб пишет-то, какое разрешение? Да, знаешь, там полоски-то такие, что похуй, если честно. По 2 сантиметра. 1260 на 786. Сейчас. Блять. Блять, я внутри как хохол. Чего?
сейчас просто услышал свой голос. Такой шок. Бля, у меня даже в контре такого нет разрешения. Ну, похуй. Пусть так... А какое тогда оставить? Прошлое разрешение или пусть, которое сейчас стоит вот это? Да похуй вообще. Ну, разница несущественная. Не, ну в прошлом вроде верхних не было полосок. Чё-то всё. Блин, я же смотрел... Фига, Никита там с прыжка стреляет. Чё, на самом деле, вот в любой хорошей СНГ команды, команде должны быть как минимум один русский, один казах и один украинец. Что ты думаешь, Акаляна позвал? Хохол, ну не бурят же. Вообще казах, на самом деле. Это не казах, блин. Я вообще Витя тебя придумал, что бля, на самом деле он казах. Ты хохол, и вот мы прием русский. И все. И от успеха. Кирюша нас долбает. Поляк, походу. Бля, пацаны, что творится, блядь? А, о боже мой! Это как вообще получилось? Он, прикинь, за него запрыгнул и тут думал. Ножом в почке. Бам! Фраг. Я сдался. Че, видео сейчас, да? Я не могу. Во, погасилово началось тоже. Да. Что делать, Никита? Зачем он пытается резать? Забей. Потому что он долбоёб. Так же, как и ты. Потому что тебе тоже придётся, походу, только с саблей бегать. Ну, это предположение. А. Чё, Диман этот, кстати, реально? Кого? Со взносом будет. Лекс со взносом? Я не знаю, посмотрим, что будет. Можно голосование будет включить. Какой там, чем провести, со взносами или нет, встречу на люди. Да, блядь, кого ты много, вот ты вон и сейв накопить не можешь, а ты говоришь 50 рублей, да тебя херня. Мы сейв накопить не можешь, просто. Я уже глобала апну, и мы пойдем играть и с ее Сережей. Осталось немножко совсем. А? Ну как немножко? Да хуя, хуя. И давай сколько суприма? Но. Кто? Катка на четвертом месте отыграл в минус. Это как тебе, Сережа, глобус. Помнишь? Угу. Боже. Зачем ты даун просто прыгает и стреляет савиком? Я так же делал. Сережа, ты тут? Да. Сейчас счет будешь выставлять, подожди. Все, выставляю 16-7 в пользу Ромчика. Ха-ха-ха, а я что-то не сказал. О! Сегодня еду пиздить Клима. В смысле? Квадрат. Кто написал тебе? Ирюха. Другалёв? Но. Ты сколько поешь? Сейчас узнаю. Отправил в WSM, что там написал?